Ветер чумачечий. Я вот так вот снимусь, вот так. Я не знаю, что случилось на последнем видео с зеркалированием изображения. У меня две версии. У меня как раз за день до этого проапгрейдился Android на телефоне. И в то же время, в этот же день, телефоном игралась малая. Поэтому либо одно, либо другое что-то повлекло. Но настройки на камеры я уже сбросил. Ресет сделал, ничего не помогло, вроде зеркальное до сих пор. Вот, ну собственно вот, я, кстати, красивый. Я сегодня был у парикмахерши своей, у Эрики. О, ну, собственно, сейчас расскажу, пока еду. Вот, ездил сегодня в очередной раз к Эрике, я записывался в субботу на 2 часа 15 минут. Завтра днюха, как-никак, надо быть красивым. Вот, это хорошо. И, кстати, о хорошем. Мне вчера пришел мой чек от eBates, то, о чем я рассказывал. Это вот сайт, компания, наверное, которая в Кремниевой долине находится, которая... кэшбэком занимаются, через которые я делаю покупки в онлайн. Вот. Это то, что я говорил, что у меня не было двух пейчеков, не приходил мне этот кэшбэк два раза на PayPal, и я договорился, что они мне вышлют на домашний адрес чеком. Вот вчера он пришел. Так что сегодня надо будет его сосканировать в приложении Bank of America, и деньги зачислятся на следующий день мне на мой расчетный счет. Вот, это первая хорошая история. История номер два. Это то, что сегодня на свой расчетный счет мне пришел рефанд налогов федеральных. То есть возврат вот тех вот 355, по-моему, долларов, которые вот мне должны были налоговики федеральные, то есть то, что мы подали через e-file, или как это там называется, через электронную подачу декларации. Вот с какого там числа? 27 февраля мы вот с бухгалтерами из HR-блок подавали. Сегодня какое сегодня? 14 марта? 15 дней. Вот. 15 дней, и вот деньги вернулись. Прямо уведомление получил. Ну, по-моему, от Bank of America я получил, кстати, уведомление, не от налоговой службы. Но там было указано, что это от IRS, от IRS-ников, от налоговиков федеральных. Что касается налогов штата, то штаты, во-первых, они всегда дольше обрабатывают налоговые декларации. Во-вторых, еще дольше они обрабатывают, если подаешь не электронным путем, а бумажным, как это... вынужден был делать я из-за того, что non-resident. Но это приятно. Вот. И что еще интересно, собственно, стригусь я, значит, сегодня у Эрики. Ну, она, как обычно, чтобы занять это время стрижки, спрашивает там, что нового произошло за месяц. Ну, я там то все порассказываю, говорю, ну вот на волейбол начал ходить. Она говорит, да ну, ты играешь в волейбол? Я говорю, ну да. Она такая, я тоже играю в волейбол. А она такая, ну, не могу сказать, что полненькая, но и не худышка. И невысокая. Она говорит, ну я такой-то уровень. Я говорю, ну вот, я вот тут уже начитался про ваши градации волейбольные. Вот эти всякие там би-би-би, а-а-а. Ты можешь себя классифицировать? Она, да, я в курсе этой градации. Говорит, ну, я, скорее всего, там би, я такой вот как бы любительский игрок. Она спрашивает меня, где ты играешь? Я говорю, ну, вот нашел вот в Хилсборо. Она такая, а, да, я знаю, но это как бы далеко от меня. Я говорю, а ты где играешь? Она говорит, в Пискетово. Я думаю, ох, нифига себе. Я говорю, я же там работаю, это отлично, это мне удобно.
как туда можно, что и как. Она говорит, ну тут это, короче, игры только, я так понимаю, это на природе, на свежем воздухе все-таки, площадки. Это вот, говорит, заходишь на сайт там Пискетовый Recreational, или как там называется это. У них по каждому городку такие есть сайты, где расписаны все эти площадки для игр бесплатные. Вот. И типа вот где-то с 16 апреля, там апрель, май, июнь, вот мы играем. Но там уже типа как бы команды в принципе собраны, то есть ты либо полностью свою команду, если наберешь, еще можно там что-то подумать. Но в целом, говорит, я могу тебе записать твой номер телефона и отправить тебе сообщение, ну там заранее, естественно, там за день. Если там кого-то не будет, кто-то не придет, и нам как раз нужен будет там игроки дополнительные. Я говорю, о, да с удовольствием подтянусь. Мы играем, по-моему, там она сказала, там по вторникам, что ли, там с 6:30 вечера. Я говорю, да вообще прекрасно, сразу после работы. Мне вообще удобно. Спрашиваю, а кто там вообще играет, там какой уровень? И тут она мне выдает, говорит, ну там в основном играют эти полицейские. Я говорю, ох тышка. Она говорит, ну дело в том, что это... Мой муж просто полицейский, работает в полиции. Я говорю, оба-на, какая тема. Говорю, я вот тоже в свое время, говорю, в полиции работал и там в волейбол играл. В наших внутренних чемпионатах. Говорю, отлично, давай, все. Зови меня, если что. Буду это, накладывать отношения с местными копами, говорю. Нужны же знакомые, чтобы проезжать на красный свет без штрафов. Хотя я даже, если такое произойдет, я даже пытаться не буду разрулить здесь подобные вопросы, как у нас это принято, иметь знакомство. Хотя я уверен, что здесь тоже не без этого, но ну его нафиг. Вот. Вот такой вот сет небольших вот интересных для меня историй и неинтересных для вас. Все, аля-улю, я хочу послушать музыку, пока доеду.